другим темам. Павлодаре активизировался экологический десант. С наступлением осени эко-волонтеры усилили работу на социальных объектах. Молодежь недавно убралась на территории дома престарелых и дома малютки. Теперь взялись за детские дома. Очередную акцию эко-десанты провели в Кинжикольской детской деревне семейного типа. Активистам помогали и сами воспитанники. Отмечу, павлодарский экологический десант образовали год назад. Данное мероприятие, оно направлено на уборку территории. Также мы на раздачу информационных буклетов, где мы расписываем информацию о том, как нужно сортировать мусор, что нужно поддерживать экологию в нашем регионе и в стране. В тоннах мы не считаем количество мусора собранного, но примерно за одно такое проведенное мероприятие мы собираем более 50 мешков мусора. Зачастую мы убираем такие места, как скверы, парки.